Эта опора для воздушных электросетей на улице Стахановской была установлена в далеких 50-х и успела стать частью местного пейзажа. Но в понедельник она вместе с другими деревянными опорами была демонтирована. Рабочие МУП «Тверьгорэлектро» заменили их на новые, гораздо более прочные. Бушная ветхая опора. Ее мы заменили на железобетонную. Надо все делать заранее, чтобы не упало ничего. Заблаговременно, чтобы избежать аварийных ситуаций, предприятие проводит и другие работы. На улице машинистов рабочие проверяют исправность трансформаторной подстанции. Для начала мы проводим внешний осмотр трансформатора. Вот. Если есть какие-то либо сколы, внешние повреждения, либо еще что-то, мы проводим исправление на месте, либо нет, мы отвозим это в цех и там производим ремонт. Чистота – залог хорошей работы трансформатора. Чем больше пыли, тем сильнее он нагревается. Поэтому при необходимости здесь проводится генеральная уборка, после чего рабочие производят контрольную проверку качества изоляции. Но сейчас мы будем измерять сопротивление изоляции по высокой стороне и с корпусом. 3500 показал. Хорошее показание. Проверка подстанции, замена проводов и фонарей уличного освещения – все это плановые работы предприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Нормативы не мешают проводить их и зимой, но летом отключения меньше всего приносят дискомфорт потребителям. Мы стараемся оптимизировать работу. Вот в настоящий момент выведены в ремонт трансформаторные подстанции, вместе с ними выведены в ремонт воздушные линии электропередач. То есть это все делается комплексно, чтобы в другие не отключать электроэнергию потребителей для проведения отдельных видов работ. В большинстве случаев проведение подобных работ горожане практически не замечают. Электричество отключается в рабочее время в среднем на 4-6 часов. В итоге заметным должен быть только результат – надежное энергоснабжение сотен тысяч потребителей. Юрий Бумбурт, Вериград ТВ.